Сегодня в холле больницы имени Сири Дэвина непривычно длинные очереди. Все желающие могут бесплатно узнать, грозит им инсульт или нет. Среди них и Нинель Катанаева. На обследование, признается, ее отправили дети. Как оказалось, не зря. Сказал, что у меня есть риск инсульта, что это беречься каким образом, что надо стать на учет кардиологу, надо постоянно держать давление. У пациентов берут кровь из пальца на сахар, меряют давление, рост и вес. Весь процесс занимает не более 10 минут. Затем консультация врача. Вот и мы решили провериться на всякий случай. Болезнь лучше предупредить, чем лечить. Узнать свои факторы риска несложно. Для этого достаточно пройти диагностику в любой больнице. Инсульт, говорят медики, страшное заболевание. Он влечет за собой нарушение мышления, паралич и даже смерть. Всего этого можно избежать, если вовремя обратиться за помощью. Если у вас, не дай бог, вдруг остро, внезапно появились нарушения речи, ослабли конечности, с одной стороны, изменилось зрение как-то, нужно срочно обратиться к врачу. Это ранние симптомы инсульта. По статистике, почти 8 тысяч самарцев ежегодно переносят инсульт. Половина умирает в тот же год. И потому, еще раз напоминают врачи, так важна профилактика. Проверить свое состояние здоровья можно в любой районной поликлинике. Даниил Лычко, Дмитрий Мишканцов. События.